До недавнего времени девятиклассник Михаил сомневался в выборе будущей профессии. Школьник признается, благодаря ярмарке вакансий смог получить информацию об учебных заведениях и сделать свой выбор. Сегодня на ярмарке я нашел хорошую профессию – техникум информатики и права. И я доволен такой профессией. Мне понравилось работать с компьютером. И я думаю поступить в Тирасполь. Свои образовательные учреждения представили не только преподаватели, но и студенты. Александр – один из них. Студент зооветеринарного техникума призывает всех выпускников не выбирать модные профессии экономистов и юристов. Нужно думать, какие кадры сегодня востребованы в республике. Я бы хотел посоветовать всем школьникам, даже, можно сказать, выпускникам, чтобы они смотрели на жизнь реально, думали о том, что надо питаться здоровой пищей, надо выращивать свою, а не закупать какую-то химию. В последнее время, да, как бы в Приднестровье говорят, что очень развивается, большие суды выделяют на развитие сельского хозяйства. Поэтому я думаю, что надо пробовать, надо как-то реализовывать себя. На базе Рыбинского межшкольного учебно-производственного комбината себя презентовали 14 учебных заведений Приднестровья. На традиционной ярмарке вакансии школьники узнали о программах, востребованных специальностях и особенностях поступления. Для того, чтобы они определились с выбором дальнейшей специальности, потому что не все пойдут дальше, не все должны сегодня иметь обязательное высшее образование. У нас среднее профессиональное образование. Сегодня востребованы кадры рабочие уже на протяжении более 10 лет. У нас нужны специалисты рабочего звена с высокими разрядами. Ярмарка оказалась полезной и тем, кто определился с выбором будущей профессии, и тем, кто еще в поиске, и самим учебным заведением. Ведь до следующего учебного года, как говорится, рукой подать. Станислав Стоянов, Татьяна Семенюк, Юрий Бежан, Первый Приднестровский телеканал.